Эти звезды мечтали стать помоложе. Получилось ли у них обмануть время и поклонников? Надежда Бабкина. По словам Надежды Бабкиной, любому артисту нужно время от времени омолаживаться, чтобы не раздражать публику морщинами. Поэтому она и пристрастилась к пластике. Насчет у Бабкиной несколько потяжек, последняя из которых оказалась не самой удачной. На лице звезды застыла маска Донателло Версачи. От природы Донателло Версачи, известный модельер, обладала характерными чертами лица. Ей бы удалось постареть красиво. Эксперты говорят, что все задатки у звезды были. Но она решила взять все в свои руки и наделала пластических операций. Некоторые изменения, утверждают поклонники дизайнера, определенно были лишними. Мадонна. Мадонна – еще одна знаменитая любительница перекроить себя. В отличие от прочих селебрити, певице удалось омолодиться. На снимках в ее социальных сетях все видно. Однако есть мнение, что ровная кожа без морщин и чёки и контуры, которые все видят в профиле, это результат не пластики, а фотошопа. Любовь Успенская. Любовь Успенская начала делать операции много лет назад. Многие поклонники даже не помнят, какой артистка была, да. При этом исполнительница хита «Кабриолет» модернизирует не только свое лицо, но еще и тело. Например, Любовь увеличивала и подтягивала грудь, а также выполняла липосакцию. Ким Бейсингер, звезда фильмов «Девять с половиной недель» и «Бэтмен», менялась постепенно. Причины были неестественные, просто Ким Бейсингер начала активно делать пластические операции. С помощью омолаживающих процедур ей удалось сбросить несколько лет, но поклонники считают, что актриса заплатила за это слишком высокую цену. Александра Захарова. Советская и российская актриса продолжает играть в театре, но роли на экране практически не получает. Считается, что это связано с последствиями пластических операций, которые сделала Александра Марковна. Она действительно преобразилась до неузнаваемости. Присцилла Пресли. Присцилла Пресли очень боялась потерять свою красоту. Первые операции она начала делать еще в молодости, чтобы угодить мужу Элвису Пресли. Одна только мысль о старении заставляла актрису и модель нервничать. Сегодня сложно посчитать, сколько раз Присцилла обращалась к хирургам. Ее внешность кардинально поменялась. Наталья Андрейченко. Когда Наталья Андрейченко покинула СССР с мужем-иностранцем, про нее на время забыли. Она не снималась в кино, а занялась духовными и телесными практиками. Но когда советская Мэри Поппинс вернулась на родину, все неприятно удивились. Оказывается, Андрейченко, бывшая красавица, не прошла мимо пластики и косметологии. Алла Пугачева. Алла Пугачева всегда стремилась выглядеть моложе. Во-первых, она была первой звездой в стране. Во-вторых, артистка всегда предпочитала мужей помоложе и хотела хорошо выглядеть на их фоне. Пластические операции помогли Примадонне создать новый образ, но при ближайшем рассмотрении следы возраста все равно выходят на первый план. София Ротару. София Ротару была частой посетительницей клиник пластической хирургии. Звезде делали подтяжку лица, блефаропластику, возможно, еще и липосакцию. Как и прочим артистам, Ротару полагала, что привлекательная внешность в любом возрасте – это залог успеха на эстраде.